Передай. Добрый день, спасибо большое, Таир, спасибо большое, дорогие участники конференции. Ну, меня зовут Эльдар, я являюсь собственником компании Best Coin Properties, мы лицензированные брокеры в городе Дубай. Занимаемся продажей и покупкой недвижимости за криптовалюту. Ну, в целом, все мы знаем, почему Дубай, да, сегодня это передовая экономика, да, это один из самых безопасных городов в мире, да, мы не закрываем двери, мы не оставляем там открытыми двери в квартиры, да, это очень удобная логистика. Перед тем, как Дубай стал международным финансовым таким центром, туристическим центром, это был всегда такой большой портовый город, который соединял между собой страны Персидского залива, Индии и так далее. Да. Ну и это передовая экономика, да, на сегодняшний день. Более 24 миллионов зрителей посетило Экспо. И это мировой туристический центр. То есть более 7 миллионов в месяц приезжает туристов, только вот останавливается на Дубае для проведения досуга. Также Дубай сегодня это мировая крипто-столица, да, все большие эксченджи, биржи, компании, такие как Binance, Bitwasis, Rain и так далее, открыли уже там свои головные офисы. На сегодняшний день шейх Мухаммед Аль-Мактум объявил о новой инициативе, то есть Вара Дубай — это новое агентство, которое цифровое агентство, которое регулирует все отношения, да, на рынке криптовалюты. Да. Дубай признал биткоин, в отличие от Казахстана, это актив, финансовый актив, то есть можно проводить, мы имеем право проводить операции. Да? Теперь пару слов о рынке недвижимости Дубая. Вот, с каждым месяцем, сейчас мы бьем рекорды каждый месяц, в феврале было проведено 6 тысяч сделок на сумму 4,5 миллиарда долларов, да, только покупка и продажа недвижимости. Ну и вот самые последние сделки последних месяцев, да, вот недавно была продана вилла за 70 миллионов долларов, да, пустая вилла 2000 квадратных метров. Большая новость прошла, что поступил запрос о поступлении 6 биткоинов на сумму 6 миллиардов долларов, да, в Дубае для покупки недвижимости. Ну и все мы сейчас знаем, что русские олигархи, там, в том числе Абрамович, они все сейчас находятся в Дубае в поисках недвижимости, так как из-за ситуации на Украине они не могут заниматься бизнесом в Европе, в Америке и так далее. Сейчас такое место. Вот. И наша компания, мы помогаем, мы консультируем, мы являемся экспертами на рынке недвижимости, то есть через нас вы можете приобрести недвижимость. Мы занимаемся в основном офф-план инвестициями, то есть это покупка недвижимости на самой ранней стадии, то есть это до того, как еще проект есть, на фундаменте, да, и в дальнейшем его перепродажа, либо вы оставляете его себе как актив. В принципе, все. Спасибо большое за ваше внимание. Да.